Мой дед Виталий Кириллович Муха. Воевал с лета 41-го года в морской пехоте. Участвовал в обороне Севастополя, оборонял Кавказ. Награжден 2 орденами Красной Звезды, 2 орденами Отечественной войны, медалями за боевые заслуги, за оборону Одессы, за оборону Кавказа, за победу над Германией и многими другими, как и многие из тех, кто воевал в те годы в Великой Отечественной войне. Он часто рассказывал о том, как он воевал. Я помню, я горжусь.